Светлана Селютина с рождения воспитывает и опекает внука Сережу. Сейчас мальчику 4 года. За это время бабушка не раз водила внука в кукольный театр. Смотрели спектакли «Репка», «Колобок». В этот раз по приглашению городского департамента опеки и попечительства пришли в театр «Витражи» на сказку «Красная шапочка». Мы любим. Мы все время ходим в театр кукол, ходим и часто, и вот сюда. Конечно, хорошего, что-то доброго, хорошего, светлого, ну и красочные героев красивых одеждах. Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний, провела Самарская общественная организация инвалидов. В Самаре проживает более 4000 детей с ограниченными возможностями здоровья. Тех, кто не может выйти из дома, навещают, им привозят подарки. Остальных зовут на разные праздники. Дети ходят в кафе, в зоопарк, бывают в театре. На спектакль пришло около 120 ребят. Во-первых, самое главное – то, что дети общаются. Ведь в основном дети с проблемами здоровья, они в основном живут в своем каком-то маленьком замкнутом пространстве. И вы посмотрите, как они бегают, как они общаются. Даже просто мама может одеться и выйти из дома. Очень важно. Идет социализация и детей, и родителей, и бабушек с дедушками. Спектакль – это есть возможность подумать. Это очень важно, о том, что даже ребенок может задуматься, что же хорошо, что же плохо. Это очень важно. А спектакль, который дает вот «Витражи», это настоящий вот душевный спектакль. После представления все дети получили подарки и мороженое. Виктория Шара, Августина Охременко, Игорь Казановский. События.